Но одну компанию я хотел бы особо отметить по определенным причинам. Это компанию «Газпром». Потому что она, во-первых, устойчивость показывала на этой неделе. Да и вообще в последнее время. Ну и сегодня была явно лучше рынка. Вчера она вообще росла даже против рынка. Здесь бы я хотел бы отметить два фактора, на которые, наверное, следует обращать внимание. Это прежде всего, конечно же, увеличение поставок российского газа в Европу, несмотря на сезонный фактор, несмотря на то, что сейчас мы, несколько слов скажем о любимом для многих рынке. Это рынок золота. Что у нас на этом рынке? Ну, во-первых, золото на этой неделе, если посмотреть, и на прошлой неделе в конце было все замечательно, и на этой неделе все-таки она росло в основном. Да, под конец недели мы видим снижение, но хотелось бы еще раз подчеркнуть, сейчас интерес к золоту даже вот на этих уровнях, на уровнях выше отметки. Ну и в заключение давайте посмотрим на рынок нефти, что там происходит, потому что от рынка нефти очень многое зависит, в том числе и в нашей экономике, которая не лучшим, не чувствует себя не очень хорошо, когда нефть снижается. Так вот, если мы говорим о нефти, здесь, в общем-то, снижение было очень...